Батька Черномор, его белокурая черномориха. Да. Из душа вышла, пришла на съемки. Наталья Рудова, встречайте. Невозможно рассказать. Не успела я, и что теперь? Я, между прочим, сплю по 3 часа. Причесалась, накрасилась и халате. Очень сложно. Наташа, ты рисковая вообще женщина. Там же вот это начало такое. Как она это делает, Кэти? Мне кажется, молодцы. Конкурс для того и конкурс, что пробуют разные образы, разные песни. Разные образы. То, что если работать все время в одном образе, даже если он стопроцентный, это неинтересно. Стопроцентный образ. Ну, имеется в виду стопроцентное попадание. Стопроцентный образ не бывает, бывает 96%. Выйди отсюда, дай договориться. Боже, я просто посмотрела. Дмитрий, а что это у вас за вот эти полосы? Это сколько у вас ранений было в полете, да? Нет, это сколько самолетов разбило. Какой вы жестокий. Жестокий мужлан вам попался, Наталья. Колдун может летать и без самолета, например, на ковре самолете. Я бы, например, не сел в самолет, который водит Дмитрий Колдун. Летать запретили, сказали, что негоден я. Полетом. Ну, я считаю, что человек, либо он может талантливо петь, вот настолько талантливо, как это делает Дмитрий, либо он может вот, талантливо водить самолеты. Не может, может летчик так хорошо петь. Я ставлю высокую оценку 9. Вот для меня не было вот какого-то нерва в их исполнении. То есть все было здорово, симпатично, но как-то чуть-чуть не 100%. Поэтому моя оценка 9. Придется петь, наверное. Это все за тебя. Что именно? 37 поставим. Почему? Что, за меня, что ли? Не, на самом деле у меня на джипе 3-9, поэтому я вообще очень рад. Ты только что открыл стороне страшную тайну, и теперь ты понимаешь, что будет происходить, да? С твоей машиной. Да, конечно. Все машины с 3-9 уезжают срочно из города. Эвакуация. Все, что не делается, Наташа, все ради тебя. Дороги. Мы снимем клип на песню «Царевна». Я еду на мотоцикле по городу, нарисованному. Должна была быть эротическая сцена, но привезли мотоцикл, поэтому будет сцена с мотоциклом. Просто не довезли кровати, интерьер. Уже только что ездил с девушкой, а сейчас еду один. С каждой неделей Наташа поет все лучше и лучше. Конечно, мы репетируем. Репетируем везде. В караоке ходим петь, по ресторанам репетируем, по гостиницам, по казино. Мы работаем на полных оборотах, как спортивная машина. Вообще, хорошо, когда вот я пою, а Наташу показывают. Очень гармонично смотрится. Наташ, я очень рад, что мы с тобой поем в дуэте. Очень рад, что мы с тобой познакомились. Да, то, что я катаюсь на мотоцикле с совершенно посторонней девушкой, это такой своеобразный подарок. Наташа, 8 марта. Наташа, не теряйся.